Меня зовут Александр, я представляю компанию «Грим», я являюсь региональным директором по Центрально-Федеральному округу. В данный момент мы сейчас находимся в Днеполе, выставленной компанией «Гримовской готовительной компании». Я ожидаю от этого праздника, думаю, новое знакомство с новыми клиентами потенциальными, общение со своими старыми коллегами, которые неоднократно у нас проходят, в частности, на больших Днеполе, и дополнительное сотрудничество. Вы часто посещаете Днеполе, выставки агротехнические? Практически все Днеполе, которые находятся в наших регионах, мы всегда присутствуем. Если не потенциально выставляем палатку, то приглашают наши дилеры, которые в данный момент представлены двумя компаниями «Технодом» и «Эконива», это наши дилеры являются, и мы участвуем вместе с ними. И на агросалоне вы будете тоже? И мы на агросалоне будем. И на «Золотой осени» мы регулярно выставляемся, и «Крокус Сити» в этом году будет выставляться. Хорошо, спасибо большое.